1 марта президент Татарстана Рустам Миниханов празднует 60-летний юбилей. Первыми с юбилеем главу республики поздравили студенты Казанского федерального университета. В 6 утра на площади Свободы перед Домом правительства студенты развернули огромный плакат с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич». В столь зрелищном поздравлении приняли участие около сотни человек. Но на этом сюрпризы не закончились. Накануне юбилея лидера республики студенты украсили здание Казанского федерального университета огромным сердцем, фото которого с легкостью можно встретить в инстаграмах казанцев. Фотографию такого необычного и столь зрелищного поздравления Рустам Миниханов уже опубликовал в своем инстаграм. Стоит отметить, что президент республики, несмотря на свой загруженный график, регулярно посещает КФУ. И трудно назвать институт или лабораторию, в которой он бы не побывал. Рустам Миниханов держит связь с преподавателями, студентами, выпускниками и заметно, что не зря. Все сказанное еще раз отлично подтверждает довольно яркое поздравление от выпускницы КФУ Зульфии Шарафеевой, известной всем как «Мисс Татарстан 2017». Қадірлі Рустем абай, сіздің үшін көңілден туған күніңіз білен құтылым. Сіздің білен бір районнан болуыма мен бек ғұрырланам. Сіздің оңышылар, біздің оңышылар. Сізге ұзын ғымыр, нық сәлеметлік, хам ғойля бәқті тіләп қолам. Рустам Миниханов является председателем попечительского совета КФУ, реально вовлечен в жизнь университета и заинтересован в его развитии. Безусловно, такие факты дают новый импульс, и можно с гордостью говорить: это наш университет, это наш Татарстан и это наш президент. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.